Ну а масштабный ремонт дорог в Омске начнется в мае. Работы проведут на 32 объектах общей площадью 900 тысяч квадратных метров. На их ремонт из федерального, регионального и областного бюджетов будет направлено около 1 000 000 000 рублей. Уже утвержден список магистралей, которые восстановят в первую очередь. Начнется ремонт с Кировского округа. Здесь приведут в порядок улицы Авиационная 22 декабря, развязку у Ленинградского моста. Дорожные службы на первом этапе планируют заменить покрытие на 14 участках. Их перечень на ваших экранах.